Ебай, блядь. На той стороне. Друзья, всем привет! Мы снова на реке. Сегодня, как вы видите, день у нас, потому что суббота на дворе. Удалось выехать чуть-чуть пораньше. Вот в таком месте мы находимся. Идет мелкий такой снег и плюс еще дымка на реке. Ну, это лесоперерабатывающее предприятие, жгут срезку, и поэтому такой туманище стоит. Мы сегодня не одни. Ну, Женя, вот он, здесь, возле берега, там что-то лазил. И кто-то еще наживку там, он за нами, в той стороне копает, сейчас вам покажу. Мы маленько подкопали, в общем, сейчас идем проверять, посмотрим, что у нас сегодня попалось. Перемет простоял одни сутки, то есть, может, что и будет. Но мы как раз на это надеемся. Вот там кто-то тоже стоит. Копает. Раздалбливает лед. Пешня у него там, лопата, топор. А топором? Ну, топором, конечно, тяжело все это дело делать, но вот человек топором бьет. А мы сейчас пойдем вон в ту сторону. Будем там проверять. Так, пришли мы к нашему перемету. Вот здесь он у нас стоит. Ну, они, палочки валяются, их видно. Так, вот они. И вон там, где стоит Женя. Там он заканчивается. Ну, собственно, 50 метров. А течение у нас вот так вот туда идет. То есть, как бы, перемет маленько стоит наискосок. Но в прошлый раз проверяли. Улов был, не стали ничего менять. Пока пускай стоит так. Сегодня посмотрим, что у нас там получится. В общем, погнали проверять. Вот такую пешню мы используем. Трехгранную. Женя специально отковал. Подточенная. Остренькая. Колет вообще отлично. Сейчас будем разделывать. Ну, все, погнали проверять, посмотрим, кто нас сегодня порадует. О, есть гаврючик. Женя, а где твоя лопата? Палка твоя. Готов? Ты вот надо с той стороны стой. Ну. Это дергает еще маленечко. Может, груз дергает по земле.
Все. Че, ну, в общем, сегодня только... Только один. Пошел тянуть? Не, наживляйте. Наживляйте? Наживляю я не буду. Че? Ой, ёлка. Наживляй. В общем, сегодня только вот такой вот один красавчик попался. Ну и то как бы нормально, в принципе. Нас и такой улов радует. Мы не расстраиваемся, не отчаиваемся. Может, будет лучше. В общем, как-то так. Ну а кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До скорых встреч. Всем пока.